Этот город. Прямо как из сна. Нам не нравится быть куклой. Дела здесь вроде не очень. Куклой легко. Плыви по течению. Ни о чем не думай. И плыви по течению. Ты мне нравишься. То место. Надо найти человека в белом. Слыхала, Белоснежки? Да иди ты со своей Белоснежкой. Все время чушь несешь, когда мы играем. О чем ты говоришь? Белоснежка сбежала из лагеря Васа. А теперь он убивает всех мачете. Фу, хуже тебя никто не рассказывал. Убил всю интригу. Если это правда, придется Хойту вписаться. Хой бы в два счета справился с ним, будь уверен. Наверное, зарубил бы его собственную мачете. Он такое уже сделал с хозяином шахты. Хойт художник. Его он убьет поизящнее. Я прав? Ты как говоришь, он выглядит? Вабан. Хорошая игра. Это же парень из видения. Он отведет меня к Киту и Оливеру. Вот он-то мне и нужен. Точно. Нельзя, чтобы меня увидел. Цитра усилила свои атаки. Так? Дела крови. Хоть предложил Васу деньги, власть. Я поступил бы так же. За ним. Эх, да пошло оно! Не беги впереди провоза. Давай решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, возможно, скоро пойдет дождь. Сезон еще не закончился. Что будем делать? Дай мне подумать. Займемся делом. Нарыла что-нибудь про клиентов? Все записала. Не часто приходится держать ручку. Младшая и средняя школа. Держи деньги. Тащи его внутрь или избавься от него. Эй, сосать, трак-трак. А че, пронесла? Тут только я занят ночью. Мы тоже не вы. Нельзя отставать. Хай! Итак, где мои деньги? Мне плохо. Меня это не волнует. Ты решил обмануть меня? Мне нехорошо. Тебе нужно лекарство? Прошу, нет. Вот твое лекарство. Тебе лучше? Обманешь меня мы еще хотите раз. Мы хотим меня перед смертью. Соберись, Чуневли. Тут только призраки. Нельзя отставать. Соберись, старина. Тут только призраки.
есть 10 секунд, чтобы сказать, кто ты, пока я не подорвал взрывчатку под столом, и вся эта халупа не разлетелась, то кусайте! Боже! Вряд ли. 5 секунд. Джейсон Броди. Братом? Да. Так ты Белоснежка? Да, или нет? Какой ответ меня взорвет? Прагматик. Обнадеживает. Но считаешь ли ты себя патриотом, Броди? Видишь ли, настоящий патриот не тот, кто отдает салют флагу, держа в руке хот-дог перед матчем. Это, простите, лажа полнейшая. Настоящий патриот вскормлен леди свободой. Узнав о гибели брата на войне, настоящий патриот спросит, мы победили, и возрадуется вести о победе. Ты настоящий патриот? Или один из тех хиппи, что распускают нюни, когда в магазине кончились носовые платки? Настоящий патриот. Точку. То, что я хотел услышать. Кстати, у вас и твой друг Оливер Карсвилл, а я подбираюсь к Киту Рэмзи. Зачем вы их ищете? Моя работа знать все об этом острове. Я могу тебе помочь, но не просто так. Я разыскиваю кое-что. Услуга за услугу. Окей. Джейсон. Кто ты? Шпион? Не скажу ни да, ни нет. Ладно, шучу. Я работаю на Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Мне нужно отправить весточку домой. Не выйдет. Я на нелегальном положении. Прямого контакта с управлением нет. Значит, ты тут один? Нет, ты шутишь? У меня группа. Они в поле, но скоро вернутся. Снимки, которые они прислали, навели конкретный шорох. Всего сказать не могу, но, поверь, дело крупное. Ну, круто. Но мне нужно больше данных от источников. Фламменверфер! Огнемет. Эту красоту изобрели во Фрицленде. Хойт Фолкер. Босс твоего доброго друга Васа. Еще он заправляет крупнейшей шайкой работорговцев в южной части Тихого океана. И к тому же выращивает наркоту. Если поджечь его поля и лодку, он живо примчится на остров. Я получу, что мне нужно, и мы узнаем кое-что о твоих друзьях. Капишь? Нет, итальянские приколы получаются только у итальянцев. Как сусальное золото. Понимаешь, да? В общем, держи ствол. Ух ты. Спасибо. Приятно слышать. И не забудь про лодку. Да, понял. Я тебе доверяю насчет Хойта. Я буду подыгрывать, пока это помогает мне найти друзей. Кто-то дергает нас за ним, а мы дергаем и даже не можем освободиться. Может, Дэнни знает что-то о Хойте? Броди, это был Тиграли. Он сказал мне, что все вы куклы. Я кукла, ты моя кукла, мы все его... Эй, Деннис! Джейсон, что нашел? Видение указало мне на человека в белом. Кажется, он шпион вроде. Странно. Я никогда не слышал о нем. Он рассказал мне о боссе Васа. Хойте. Хойт Волкер. Берегись его, Джейсон. Ты думаешь, Вас чокнутый, но все зло на острове идет от Хойта. Он отнял у Васа его разум. Это он, кукловод. Ух ты. Ладно, поберегусь.